тяжелую артиллерию на самую последнюю. Лиза Кирилловна! То я говорю, вы знаете, любая организация – это командная игра. Победа в личном зачете – это ноль, если проиграла команда. Поэтому я желаю нам командной победы. В этом зале сейчас идут все, кто выиграл. Потому что вы все увидели эту атмосферу вечернего, да, нашего мероприятия. Я думаю, что проиграли все мужчины, которые не присутствуют здесь. Потому что они, да, они не увидели еще вот эту энергетику, вот эти наши такие мощные флюиды в зал. Тут пара мужчин есть, но они самые счастливые. Это Рашид Туранович и Оскар Бибаев. Ну и, конечно, наши ребята, которые техническая соцслужба. Ребята, которые целый день обеспечивали работу целого международного конгресса. Поэтому, мужчины, вы самые тоже счастливые. Леня, Ерлан, Игорь, Даниил, Алтай. То есть, ребят, огромная вам благодарность от всего Совета деловых женщин Магистанской области и от всех женщин Казахстана.